Проверка вакуумного усилителя тормозов. На примере УАЗ-2106 вот этот шланг, идущий от вакуумного усилителя, просто пережать либо пассатижами, либо рукой. Если двигатель изменит обороты, то есть станут обороты более устойчивым на холостом ходу, чего имеется подсос либо в вакуумном усилителе тормозов, либо порепался сам шланг. Если установили, что шланг исправен, то тогда уже диагностируем сам усилитель тормозов. Сесть на водительское кресло и надавить на тормоз, не запуская мотор, 3-5 раз. Пятое нажатие, педаль нужно зафиксировать вот в таком нажатом состоянии и запустить двигатель. После запуска двигателя педаль должна опуститься примерно где-то на половину хода своего. Если не исправен обратный клапан, то накачать внутрь корпуса воздух не удастся, потому что педаль будет все время просто проседать до упора, не будет набивать воздух в камеру. А изношенный воздушный клапан не откроет атмосферный канал, вот этот вот, на работающем двигателе. И педальный рычаг останется в верхнем положении или опустится очень медленно. Герметичность самого вакуумного усилителя тормозов проверяется следующим образом. То есть необходимо завести двигатель, выжать тормоз до упора и, не отпуская, заглушить двигатель. Убрать ногу с педали и посмотреть, то есть как поведет себя педаль. Корпус целый и не пропускает, то педальный рычаг останется так в нажатом положении, как и был. Если же имеется где-то подсос воздуха в корпусе, то педаль под действием вот этой возвратной пружины вернется просто назад. В таком случае понятно. Если мы установим какую-то неисправность, то вакуумный усилитель подлежит просто замене.